Всем привет, дорогие друзья, с вами Дар Риди. И мы с вами играем в игрушку Hearthstone, Черная гора. Что ж, давайте откроем второе крыло с вами. Так, огненные недры, садитесь в смертельном бою с его ужасными боссами. Получите новые карты Черной горы, среди которых одна легендарная. Так, ну я за игровую валюту покупаю. Мне еще пока что хватает. Так, ожидание, давайте подождем. Все, сильно долго ждать не пришлось. Так, открываем. Открываем эту часть. Так, три, значит. Первый. Огненные недра, хорошо. Гар, один из приближенных Рагнароса. Ты почти у цели. Гар. Это могучий элементаль магмы, и его огненные камни устроят вам теплый прием в огненных недрах. Хорошо, сила героя наносит 1 единицу урона всем существам. Вообще всем существам, что ли? Так, хорошо. Не знаю, давайте за мага поиграем. Не знаю, получится нет, как вообще это будет. Вообще за Андуин, наверное, надо было играть, так как он вылечил своих подопечных. Шайна и Гар! Гар, круто. Я сотру тебя в порошок. Ну попробуй. Не стоило напрашиваться. Это точно, чувак, не стоило. А, давайте пофиг оставим так. Раз, два, три, четыре, семь. Короче, огнекамень. Поехали. Так, сила героя наносит всем существам. Предсмертный хрип наносит 1 единицу урона герою противника за каждый огнекамень, умеревший на этом ходу. Жесть какая-то. То есть он мне будет урон наносить? Вот, предсмертный хрип наносит 1 единицу урона герою противника. То есть мне. То есть я его должен за 5 ходов победить. Мне вообще их нельзя убивать. Мне, значит, нужна быстрая атака. Ему карты не нужны. Мне за 5 ходов реально надо будет убить. Если я его не убью, то я погибну. Так что, что мы с вами делаем? Давайте пока один ход форума кого-нибудь призвать. О-о-о, не стоит его убивать. Да ладно, пофиг. Посмотрим, что это будет. Ты поосторожнее с этими камнями, ладно? Что он может? Он свои камни может улучшать. Так, я не знаю, что делать. Давайте вот этого призвать. Его же он... Хотя он же его убьет. Да, ребят, реально что-то искать какой-то. А, ну в принципе он мне еще 5 урона нанесет. Тебе еще повелителя элементалей изгонять. Он опять их призывает. Что, попробуем тебя здесь призывать? Смотрим, что он сделает, может, мне магия какой-нибудь ударит. По 5? Ничего себе. Ладно, ребят, я нажму на паузу. Попробуем вторую попытку.
Тоже, ребята, я вооружился и готов снова попробовать сыграть. На этот раз был мандуином играть. Посмотрите, я приготовил специально для этого босса определенную колоду. Посмотрим, как она с этим справится. Не знаю, получится нет, но у меня, короче, в колоде есть немота. Я хочу попробовать наложить на всех их заклинания немоты. Тогда, в принципе, они будут вообще бесполезны. Я сотру тебя в порошок. Свет дарует мне победу. Изначально, я думаю, вот эти надо оставить карты. Хотя это еще будет. Да, вот эту карту мы оставим. И с чем мы будем постоянно увеличить? Вот он, накладывает на всех эффект немоты. Мне главное до четвертого хода дожить. Поехали. В принципе, мне ничего не будет. Наносит 1 единицу урона героя противника за каждый огнекамень, умревший на этом ходу. То есть, каждым разом он будет сильнее и сильнее, если... Вот именно если в этом ходу, допустим, умрут все камни, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Каждый камень по 7 меня ударит. То есть, если вот сейчас один умрет, то он единичку отнимет. Если 2 умрут, то каждый по 2 ударит. Если 3, каждый по 3 ударит. Вот, но мне это не грозит, так как вообще можно их лечить. Это тоже хороший способ. Ты поосторожнее с этими камнями, ладно? Хорошо, хорошо. Мне кажется, я сейчас уже наложу немоту, мне уже будет все хорошо. Кажется, возьму карту. Это будет очень правильно будет. Так, накладываем немоту. Все, по сути, они вообще бесполезны. Постарайся не взорваться. Тебе еще повелителя элементалей изгонять. И сейчас мы используем с вами Гуру Баши. Это даст ему силу. Он будет все сильнее и сильнее становиться. Самое главное ему не потерять. Все, вуаля. Ничего не произошло. Ты какой-то вулканический древень. Стоит на одну манч меньше за каждое существо, умеревшее на этом ходу. Нифига себе. Так, я могу увеличить здоровье, в принципе, ему и атаку. Я бы уже почти победил бы. В принципе, а что он мне сделает, да? Мы дадим 2 единички здоровья. Подлечим его. Вот так вот попробуем. Лишь бы он меня не убил. А мне нравится за тобой наблюдать. Круто. Ну что он еще использует? Лишь бы меня не убил Гурубаши. А, нормально. Ну все, ребят, мы почти победили. Хотя нет, мы победили, да. Такой вот колодой. Эпической. Мы справились с ним врагом. Ну, сначала стоило просто изучить, а потом... Возьми кусочек карты и пусти блинчик по озеру лавы Рагнароса. Он будет в восторге. Шутник. А, так, значит, мне друид пламени дали. Выберите эффект, превращается в существо 5.2 или в существо 2.5. Круто. Очень, очень крутая карта. Всего лишь причем за 3. Обалденная. Так, первого победили, ладно, потом на этом закончена серия. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Мы будем продолжать с вами наблюдать за этой игрой, проходить в Черную гору. Всем удачи, ребят, всем до скорого.